Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики выложили на продажу предложение за 17 500, в которое включили Т-77 и Акулу. Я на Акулу обзорчик свежий уже выложил у себя на канале. Заходите, посмотрите, я думаю, вам это поможет принять взвешенное грамотное решение по поводу того, приобретать или не приобретать. Я в свое время приобрел и очень сильно об этом не жалею. Прям одна из любимых машин у меня в игре и, в частности, на 8 уровне. Теперь у меня вопрос следующий стоял. Покупать ли Т-77 отдельно? Потому что если бы, допустим, у меня акулы не было, но я знал бы, что это за танк, я бы однозначно взял себе сразу набор, потому что так реально дешевле получается. Ну а если смотреть на машины по отдельности, то за Т-77 просят целых 10 тысяч. И за 10 тысяч можно взять себе в составе довольно-таки неплохого набора К-91. И здесь плюшек, понятное дело, существенно больше. Но К-91 у меня тоже есть. А вот к Т-77 я присматривался уже давно. Дело в том, что машина меня интригует. Она интригует меня, во-первых, уровнем своей брони, которая на модели довольно неплохо выглядит. Мне кажется, что от башни довольно неплохо отыгрываться будет. Нормально забронированный верхний бронелист, не прям сущий картон нижний бронелист, но и не имба в то же время. Угол немножко бы исправить ему, и было бы им существенно лучше. Ну, короче говоря, вот так вот срезать немножко. А так, мне кажется, что в морду его вот здесь вот внизу разбирать будут приблизительно так, как разбирают акулу, левчика, ну и многие другие машины у нас в игре, в частности, на 8 уровне. У него есть комбашня, которая не забронирована абсолютно. Но опять-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно. Для того, чтобы заценить саму комбашню, надо смотреть не на ресурс, а смотреть вот здесь вот в игре стоя. Вот скажите мне, пожалуйста, хорошо ли или плохо вот сюда вот он выцеливается? Я, честно говоря, не знаю. Но комбашенка вот эта, командирский лючок, да, ну, короче говоря, очень-очень низенький. И мне кажется, что это далеко не ахиллесова пята в данной машине. А вот нижний бронелист явно бросается в глаза, когда будут на этого товарища смотреть в прицел. В то же время, я видел данную машину неоднократно в боях, и я не могу сказать, что она прям сущий пустяк была для меня, и все-таки определенные сложности она у меня вызывала. Почему еще мне хочется приобрести себе данную машину? Так это потому, что у нее довольно интересный процент победы. Обратите внимание, 60% практически. И это круто. Реально, ребят, круто для своего уровня. Потому что если посмотреть на конкурентов, а их огромное количество на 8 уровне, то вы увидите ИС-6 бесстрашный, которого получили только крайне рукастые ребята в соревнованиях в рейтинговых боях. И там, по-моему, надо было попасть то ли в 10-ку, то ли в 20-ку лучших для того, чтобы получить. Короче говоря, ну, я уже высказал в предыдущем видео свое мнение. Это все равно, что организовывать соревнования по футболу, в котором будут участвовать школьники, и будет участвовать Зинедин Зидан, Пеле, Марадонна и многие другие профессиональные футболисты. Ну и давайте с вами предположим, кто получил золотой мяч в итоге этих соревнований. Поэтому бесстрашного отсюда мы выбрасываем с его процентом побед. Что касается других конкурентов, то обратите внимание, он только один, Бофорс. Но Бофорса тоже, ребят, заимели те ребята, которые донатят в игру, а в основном донатят в игру те, которые видят в этом смысл, а видят в этом смысл те, которые классно, клево, суперски играют и посвящают огромное количество времени игре для того, чтобы, ну, плюс-минус понимать, зачем они вкладывают туда реальные деньги. Те же ребята, которые, допустим, не донатят, Бофорса не получили. Ну, может, за редким исключением тех, кому из какого-то конта выпал. А так, в принципе, ребят, по процентам побед больше ребят, которые стоят с ним, ну, прям постоянно наравне, нет, таких машин нет. Есть ребята, которые максимально приближены к нему, но все-таки согласитесь, максимально приблизиться это не то же самое, что стоять рядом. Ну вот, допустим, тот же самый Т-54Е2 Акула, который вместе с этой же машиной стоит сейчас на продаже в комплекте за 17 500. Именно поэтому я и говорил, что если бы не факт наличия у меня Акулы, я бы просто, не задумываясь, взял бы себе этот набор. Что касается сравнения с той же самой акулой, то здесь невозможно сравнивать два этих аппарата, потому что Т-77 это барабанное орудие на два снаряда с альфой в 380. А здесь у нас цикличное орудие с 310 единицами альфы. Таким образом, получается, что по ДПМу они, в принципе, рядом находятся, но отыгрывать их надо существенно по-другому, ну, в смысле, существенно по-разному. Ну и здесь на Т-77 позитивом наличия барабанного орудия является то, что вы можете за два выстрела с крайне короткой перезарядкой в 2,5 секунды забрать товарища, у которого, грубо говоря, 700 единиц альфы остается. И это клево, классно.
Но минусом данного орудия является то, что вы пойдете на перезарядку практически на 20 секунд. И это действительно существенно на 8 уровне. Я имею в виду то время, которое вы проведете в бою в холостую, пытаясь где-то там схорониться, не получить пробитие и так далее. Но опять-таки все зависит от игровых ситуаций. Если сравнивать же все-таки Т-77 с барабанными орудиями на 8 уровне среди тяжелых танков, то есть ребята, которые заряжены ДПМом немножечко лучше. Это Бизон ТЦ-45, это Йох и это еще один Йох. Но, ребят, при этом всем есть и ребята, у которых ДПМ ниже. Короче говоря, по ДПМу мерить крайне сложно. А вот стоит обратить внимание, что единственной машиной, которая обладает выше альфой, чем у Т-77, является ИС-3 защитник. Но до лампочки это альфа, с учетом того, что у ИС-3 защитника перезарядка между снарядами в магазине, ну, просто-таки километровая. И благодаря этому, в кавычках говоря, благодаря этому, он отстает существенно по ДПМу от нашего героя. Таким образом, получается, что если отсюда ИСа забрать, поскольку у него, как я уже сказал, время перезарядки между снарядами в магазине просто безбожное, то те ребята, которые перезаряжаются там, ну, плюс-минус хоть как-то нормально, хотя отсюда можно было бы и Йоха вот этого выбросить, по большому счету, даже если не выбрасывать Йоха, все равно Т-77 обладает самой классной альфой на один выстрел. И это приятно, это классно. Что касается подвижности по машинам, то здесь не все однозначно. 35 километров, и если сравнивать, допустим, с барабанными орудиями, то в основном ребята двигаются пободрее. Что касается сравнения с акулой, то акула бодрее на целых 5 километров. И что касается сравнения прям со всеми машинами на левеле, то здесь есть ребята, которые и бодрее двигаются, и двигаются более уныло. Короче говоря, по этому конкретно показателю со всеми машинами сравнивать нет никакого смысла. Так, ребят, почему же я ведусь на этом? Именно я ведусь на это, потому что есть вот такой вот процент побед, который делает 1500 игроков. И этот процент побед, он действительно классный, если сравнивать со всеми машинами. Я не знаю, сделаю я сейчас глупость или нет, но буду вам очень благодарен, если вы поддержите меня своей подпиской и таким образом поддержите меня в понимании того, что я не зря сделал покупку на 10 тысяч голды для того, чтобы вам показать данную машину такой, какая она есть. Я покупаю данную машину за десятку. Я буду сейчас делать на ней первые бои и буду показывать их вам для того, чтобы вы понимали, стоит ли вам приобретать данный аппарат. Если вы за честность обзоров, если вы за справедливое мнение, если вам не безразличны мои затраты и вы хотели бы меня морально поддержать, обязательно подпишитесь на канал. Я вас буду благодарить все новыми и новыми видео. Итак, Т-77 мне начислен. Смотрится, ну, смотрится, честно говоря, как-то больше похоже на француза, а не на американца. Но окей, как есть, так есть. Давайте быстренько разберемся. По поводу камуфляжа я разберусь с этим делом потом. По поводу снаряжения я, в принципе, все так себе и оставлю. Что касается амуниции, по амуниции я себе улучшу время перезарядки однозначно, я себе добавлю однозначно подвижности, и здесь у меня возникает вопрос, еще одна кола, либо еще одна канистра. Кола добавит мне в КД, минус 25 будет у меня, четверть секунды, ну я бы не сказал, что это сильно много, скорость поворота башни несущественно улучшится, и скорость поворота корпуса тоже несущественно улучшится, но помня о том, что у него 35 километров была скорость, я лучше все-таки поставлю еще одну канистру, и таким образом мы увеличим среднюю скорость, ну, хоть как-нибудь, что ли. Поднимаем среднюю скорость. Что касается боекомплекта, единственное, что я всегда убеждаюсь в том, что у танка нет какого-то другого альтернативного орудия. То, знаете, бывают приколы, что у премиумной машины есть еще одно орудие в комплекте. Ну, допустим, как у того же самого Франкенштанка. Добавляем себе голды от балды, четное количество, потому что у нас 2 снаряда в магазине. Ну, соответственно, возьмем с собой, допустим, 12 снарядов. Я думаю, будет больше, чем достаточно. Применить. Ну и, соответственно, ставим себе оборудку. Вентилятор или пробой? Даже не знаю, вентилятор целых полсекунды, даже чуть больше забирает. Ну, соответственно, давайте ставим вентиль. Дальше, в принципе, все плюс-минус по старинке. Время сведения. Да, время сведения однозначно. Броня у нас есть, поэтому броню мы и добавлять будем. Подвижность, стабилизатор или разброс. Нет, разброс и так, в принципе, божеский. Пусть будет стабилизатор. Ну и дальше, в принципе, все по норме. Ну что, с камуфляжом определюсь потом, потому что пока не знаю, во что его одеть. Так, чтобы мне прям радовало глаз, а ваше время не хочу на это тратить. Ну что, отправляемся в бой, посмотрим, что он может.
что, друзья, загрузились. Заранее прошу не судить меня строго за качество боев, которые сейчас будут. Я первый раз катаю на данной машине, вообще не знаю, чего от нее ожидать. Никогда не пробовал ее. Давайте будем теперь вместе заценивать. Подвижность. Но если сравнивать с акулой, то, безусловно, едет более... Не то чтобы уныло, просто медленней. Вот и все. Я не могу сказать, что прям вот уныние, да, какое-то от передвижения. Есть машины более мерзкие по подвижности, поэтому я не буду критиковать. Просто скажу вам, что едет, да и едет. Не могу каких-то претензий прямых выставить по данному вопросу. Время сведения. Несмотря на то, что я его улучшал, комфортным я его назвать не могу. Оно очень долго сводится, вот обратите внимание. То есть происходит сведение довольно-таки долго. Там едет к нам товарищ Крушитель. Я думаю, что стоит поехать его встретить. Он не сам еще и приехал. С ним приехал Тигр. Куда мне залетело? Мне залетело... А мне, скорее всего, где-то с борта немного закинуло в районе гусли. Так, отходим. Один снаряд у меня еще есть. Ждем товарища. Товарищ явно сейчас захочет вылезти. Неприятная ситуация. Крушитель сейчас явно будет пытаться заехать с правой стороны на меня. Ну и вот это вот время перезарядки, которое меня, честно говоря, не сильно радует. Вот я до сих пор еще перезаряжаюсь. Класс, еще и с поджогом. Блин, ну таким комом первый бой. Просто капец. Ну, что есть, то есть. Правда есть правда. Давайте будем смотреть. Нижний бронелист, понятное дело. Корма, здесь вопросов нет. Сбоку мне саданули в район гусли, и там меня пробили. Мне кажется, или в районе фонаря, мне кажется, есть... Да, есть пробитие в районе, если вот так вот смотреть, то левого фонаря. Ну, а если здесь смотреть, то правого фонаря в верхнем бронелисте. И получается, что когда ты доворачиваешься, то, соответственно, тебя и в верхний бронелист пробивают. Ну да, ребят, не сильно... Не сильно, честно говоря, первый бой мне зашел на данной машине. Может, я что-то неправильно делаю, может, я как-то не совсем понял. Ну, на примере, допустим, той же акулы, как я говорил в своем обзоре на нее, последнем, который выкладывал пару часов назад, я говорил по поводу того, что у меня есть пример того, как один из моих соклановцев по моей рекомендации купил себе акулу и первое время не мог к ней привыкнуть. Короче, ребят, ну, здесь заценивать особо нечего. Я думаю, что нам просто стоит взять машину и еще раз заехать в бой. И, наверное, я сейчас буду сидеть и прям додалбывать ее до того, чтобы понять, стоит ли ее все-таки покупать за 10 тысяч. Пока, вот, с учетом первого боя, у меня реально сейчас сложилось вот такое, знаете, острое отторжение к этой машине и острое непонимание... Нахрена я это сделал? Ну, честно. Вот серьезно, 10 косарей я сейчас отдал за голую машину. Да, пускай ради обзора, ради того, чтобы выпустить новое видео на канале, порадовать зрителей и, возможно, кому-то помочь сделать правильный выбор в отношении приобретения. Но 10 косарей, мне кажется, я сейчас слил просто-таки чуть ли не в помойку. Не знаю, как так получается. Может, все-таки надо привыкнуть к машине. Но не может же быть такое, что 60% победу машины, а на ней играть невозможно. Но я отказываюсь в это верить, ребят, серьезно. Может, я камуфляж не одел? Может, в этом причина? Может, все видят, какой я некрасивый, и меня разбирают из-за этого? А если бы я был красивый, меня бы никто не трогал? Не знаю. Пока непонятка. Вот серьезно. Крайне... расстроен. Ребят, пожалуйста, поддержите лайкосиком, поддержите подпиской на канал. Все-таки 10 тысяч кровной голды, которые я вывалил. И получается ради того, чтобы реально испортить себе настроение. Так, голда. Почему голда? Потому что хочу все-таки гарантированно закинуть. Уйду сразу на перезарядку. Не вижу смысла с одним снарядом продолжать кататься. Прога 46-я пытается пробраться к нам в корму. Испугала нашу Исушку 122-ю. Ну что, поедем, попытаемся Исушке что ли помочь. Продавливать направление, не зная, как на данной машине отыгрывать, я бы не хотел. Без сведения косое орудие, что капец. Со сведением...
вроде бы плюс-минус точно все окей. Но, ребят, ну вот по ощущениям, серьезно, вымораживает меня время перезарядки орудия. Вот прям совсем-совсем. Я еще буду перезаряжаться целых там 3 секунды. Это реально чума какая-то. Крайне неприятное время перезарядки. Так, держимся. Надеюсь, сейчас кто-то сможет мне помочь. И в то же время надеюсь, что сейчас меня с кормы, с бортов разбирать не будут. Поеду ближе. Я думаю, что в любом случае, если КВ-3 сейчас и выживет благодаря тому, что прога еще помогает ему, то, по крайней мере, у меня есть шансы этого товарища отправить в ангар, минуснуть ствол. И плюс у меня будет дополнительная возможность в виде дополнительной плюхи на прогу 46-ю. Поворачиваемся так, как надо. Забираем КВшника. Ну и теперь давайте опять на перезарядку. Не сильно бодро. И не могу сказать, что у меня прям дикие позитивные впечатления от этой машины. Я, безусловно, покатаю на ней. И, безусловно, сниму еще один обзорчик. Если успею, то в пределах, пока набор будет на продаже. Ну вот первое мнение мое, я бы не сказал, что, знаете, такое остро позитивное. Та же самая акула, она, когда у меня появилась, она гораздо более годно игралась в моих руках, по крайней мере, практически с самого начала. Так, из третьей у нас спит. У меня нет желания сейчас выпячиваться на передовую и кого-то там пытаться выцелить. Прога 46-я. Ладно, давайте пока поразбрасываем ВСА. Прога 46-я там будет храниться сейчас за укрытием. А мне бы очень сильно не хотелось, чтобы сейчас из третьей проснулся и, соответственно, добавился еще один ствол в команде соперников. Я до сих пор на перезарядке, ребят. Ну, это просто капец, серьезно. Вот прога меня пробивает. Шпрот меня пробивает. Не очень приятная ситуация, конечно, получается у меня с покупкой данной машины. Кто-то скажет, что я нытик, но, ребят, 10 тысяч, но это все-таки бабки, реально. Реально, 10 тысяч голды, и я не могу сказать, что я прям, блин, кайфую от этой машины. Меня просто шьют как молодого в нижний бронелист, причем спрятать у меня его почему-то не получается. Башня тоже, блин, с отверстием, ну, не знаю. Не знаю, ребят, как-то не очень, честно говоря. Ладно, дожидаемся сейчас результатов боя. Я не знаю, может, я тут прям крутым перцем каким-то был по результатам боя. И обязательно сейчас заедем в третью катку. Пока, не знаю, больше негатива, чем позитива от приобретения данного танка. Итак, друзья, 2500 урона, 2 сделанных фрага, при этом мне дали знак классности 3-й степени. Что касается фарма, за вот эту вот победу, она была, честно скажу, не сильно легкой, но, скорее всего, с непривычки, 73 тысячи серебром, и результативность по команде у меня получается первое место. Блин, короче, я не знаю, ребят, у меня сейчас такие, знаете, смешанные какие-то морально и психологически. У меня реально какое-то такое, знаете, не то чтобы остро негативное отношение к покупке данной машины, но все-таки, ну, какое-то такое, знаете, червяк внутри меня точит за приобретение Т-77-го. Но результаты этого боя, они как-то вот все берут и переворачивают с ног на голову. Потому что я не ожидал, что я займу первое место в команде по урону. По поводу фарма, ну то уже дело такое. Я, в принципе, не планировал и не рассчитывал, сколько я могу получить. Потому что фарм рассчитать можно тогда, когда ты либо знаешь машину и как она играется, либо ты понимаешь изначально, сколько урона ты там потенциально нанесешь. Ну и, соответственно, можешь плюс-минус прикинуть, да. Здесь же... Ну, не знаю, короче, блин. Пока непонятно. Вот серьезно. Ладно, поехали. Третий бой сейчас отыграем. И потом попытаюсь высказать свое первичное мнение по приобретению данной машины. Но сами понимаете, что это мнение будет в первую очередь мнением о том, что вас ожидает, если вы никогда не играли на данном танке. Купите его сейчас. И что он будет вам приносить в первых ваших боях.
Что он будет вам приносить потом, мне сложно сказать. Я смогу это честное мнение озвучить тогда, когда поиграю на данной машине. Пойму ее, смогу ее как-то прочувствовать на каком-то, знаете, таком интуитивном уровне. Вот когда ты еще не попал в какой-то там замес или в какую-то игровую ситуацию, а ты уже плюс-минус понимаешь, чего тебе от машины ожидать и на что ты можешь рассчитывать. Поскольку сейчас у меня такого интуитивного мнения о машине нет и интуитивных ожиданий тоже нет, соответственно, сказать прям, знаете, такое честное мнение, как я сказал, допустим, про Акулу или про Action X или про того же Левчика, ну, нет у меня такой возможности, обманывать не в моих правилах. Так. Ну что, будем пытаться доперезарядиться и принимать удар от товарищей, которые приехали с кормы. Опять-таки, вынести, допустим, того же 22-го вот этого, ну, не получится у меня, потому что мне не хватит просто элементарно, я имею в виду самостоятельно, не хватит элементарно альфы с двух снарядов. Понятное дело, что если кто-то поддержал, то результат есть. Так, продавились ребята через мост красные. Я думаю, что надо их встречать, а встречать мне их нечем. Бляха-муха, я на перезарядке до сих пор нахожусь. Давай, подстави еще раз. Давай, вылазь. Продолжаем держаться. Силы пока у нас, в принципе, равные. Единственное, что меня смущает, что... Кстати, вот, смотрите, Т-77 только в легендарном своем внешнем виде. Гаслянуть бы, да не получилось. Так, что мы имеем? Мы имеем в корме легкий танк, который может дело наделать. Ну давай, едь сюда. Я тоже на перезарядку сейчас пойду. Он явно перезаряжается, просто исходя из его поведения. Но, наверное, он уже это закончил делать, а я только начал. Фартануло. В то же время мне прилетает с кормы. Класс, просто супер. Ну давай, сведение. Не очень приятно, не очень бодро. Хорошо, нас осталось трое на трое. Где-то там лев катается еще. А у меня запаса прочности не так уж и много. Если нашего крушителя сейчас разберут, у нас сейчас будут существенные проблемы. Вот серьезно. Класс. Проблемы начались. С чем я, в принципе, всех и поздравляю. Так, у меня есть два снаряда. Не фарт. Но ему не фартануло. Реально напряженный бой. Очень напряженный бой. И сказать, что я прям верю в силы в какие-то... Блин, не знаю. Не сильно. Очень дикий фарт. Надо мне уходить отсюда. Сейчас Т-77 явно ко мне подтянется. Вот этот, блин... Засранец быстрый мотается по карте. Я в это время остаюсь, ребят, один. Да, у меня есть барабан на два снаряда, но не факт, что меня это спасет. Приехал. Вот он едет. Товарищи, сейчас он будет меня разбирать со страшной силой. Нижний бронелист страдальческий. Может, Левчика еще вынесу? Но вот этого Гаврика я точно не разберу. Мне даже реально сейчас спрятаться особо негде. Уходим, 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 уходим. Ну, понятное дело, ему сейчас сделать один шот и, в принципе... В принципе, до свидания. Я вообще даже не пробил его. Да, вот так вот получается, но 5 фрагов своих я сделал. И, по-моему, ребят, я начинаю потихоньку въезжать в тему данного танка. Давайте теперь будем смотреть на результаты, давайте теперь будем суммировать.
2300 единиц урона, которые дались мне просто дичайшими потугами. И плюс-минус я хотя бы начал понимать, чего данная машина от меня требует и как себя необходимо на данном танке вести. 5 сделанных фрагов, и при этом всем я получаю знак классности второй степени. В принципе, с учетом процента побед на данной машине по серверам, то, наверное, и не удивительно. Что касается фарма, 94 тысячи с учетом прем-аккаунта. Я считаю, что довольно неплохо, но сложно. Сложно добываемая сумма по серебру. Что касается результативности по команде, то со всеми своими потугами и 5 фрагами я на 2-м месте. И до 1-го места я не добрался. Там Левчик находится, с учетом того, что у него ДПМ 2200. Ну вот как-то так получается. Теперь давайте будем суммировать по машине. И я попробую высказать свое субъективное мнение по результатам приобретения данной тачки. Первое. Жалею ли я, что я отдал за нее 10 тысяч? Скажу так, на 7 из 10. Я понимаю, что потенциал в машине есть, но пока машина меня больше расстраивает, чем радует. Легко ли на ней отыгрывать, подойдет ли новичкам? Нет, нелегко, новичкам однозначно не подойдет. Она пробивается, несмотря на то, что у нее типа хорошая броня. Тот же самый Т-54Е2 Акула играется в руках новичка, поверьте, гораздо легче, гораздо комфортней и гораздо результативней. Что касается орудия. Орудие плюс-минус приятное. Если сравнивать с Акулой по качеству стрельбы, допустим, то Акула все-таки лучше будет. Более точное орудие. У данного товарища орудие не очень точное. Необходимо ждать более 50% времени сведения для того, чтобы плюс-минус быть уверенным в попадании в противника, когда вы будете в него стрелять. Самое страшное и самое неприятное, что есть в этой машине, это время перезарядки магазина, которое необходимо пережить, и оно крайне долгое. Было бы гораздо комфортнее, если бы время перезарядки у этого магазина было хотя бы 16-16,5 секунд, он бы не был имбой, но при этом всем он бы, по крайней мере, был плюс-минус комфортным. Вот такой вот честный обзор и первое мнение по поводу Т-77. Напишите свое мнение, если данная машина у вас давно, смогли ли вы к ней привыкнуть. Ну а я постараюсь данную машину побольше поюзать и заснять новый обзор на нее. Если получится, то в пределах времени, пока машина будет на продаже. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Жду ваших подписок, лайкосов и комментариев. Возвращайтесь на канал. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.